Чи вже готові достеменно росіяни до битви на Сході? Можемо запитати в політолога. Андрій Піонковський з нами на зв'язку з Вашингтона. Пане Андріє, ми вас вітаємо. Вітаємо. Добрий день. Для початку почнемо з головного, з президента. Україна не має наміру віддавати території на сході країни заради закінчення війни з Росією. Про це в інтерв'ю CNN заявив Володимир Зеленський і наголосив, що українські військові готові битися з росіянами на Донбасі. Як сказав глава держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантії, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Зеленський додав, майбутнє битва може вплинути на хід всієї війни. Про неї будемо говорити, а поки послухаємо пряму мову президента. Для нас дуже важлива битва на Донбасі. Вона важлива з багатьох принципів. З точки зору безпеки, по-перше, нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі, одні з найкращих наших військових, велике угруповання, і Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити. Я не вірю російським військовим і керівництву, тому ми розуміємо, що те, що ми дали їм відсіч, що вони вийшли і вони пішли і бігли з Києва, з нашого півночі, з Чернігівщини, з цього всього напрямку, це не говорить про те, що якщо вони, не дай Боже, захоплять Донбас, що вони не підуть далі знов на Київ. Пан Андрій, головне питання тут, от і про це каже президент, і про це, якщо послухати російську пропаганду, він теж каже про ту визначну роль битви за Донбас. І саме там має вирішитися взагалі війна в Україні. Це, от на вашу думку, це правда? Дійсно, там на Сході зараз вирішується доля України і, до речі, доля Росії теж. Ну, я думаю, что в каком-то смысле доля России даже больше, потому что как получилась эта концепция битвы за Донбасс? Путин вынужден был отступить из-под Киева, все планы сорвались, ну, даже американская разведка, вы помните, в первый день предсказывала, что Киев падет 96 часов. Но они предсказывали то, что они с электронными своими средствами снимали со стола бункера в кабинетах Кремля, они транслировали российские планы. Для диктатора военное поражение – это всегда совершенно страшная вещь. Он теряет власть в случае военного поражения. Поэтому ему необходимо каким-то образом исправить ситуацию и предложить какую-то видимость успеха, может быть, даже видимость победы, которую можно было бы продать населению. Тем более его ситуация обостряется тем, что явно возник конфликт между Генштабом и офисом президента. Ну, как всегда в таких структурах, между фюрером и Генштабом. Это началось с заявления знаменитого генерала Рускова 25 марта, в котором сформулировал совсем другие цели войны, нежели президент Путин. Это не у Путина цель войны была уничтожение украинского государства. А Рудской сформулировал, что мы и не собираемся никакие города занимать. Наша задача, в общем, он прямо сказал, что он хочет расширить Ордо до границ Луганской и Донецкой области. Это совершенно другая концепция. Ну вот этот конфликт, он как бы привел обе стороны к компромиссу. Давайте вот организуем такую битву за Донбасс и вернемся к разрешению вопроса после этой битвы. Вот там-то и начнется самое решающее выяснение отношений между Генштабом и Путиным. А эти отношения еще больше обостряются. Вот два дня назад было сенсационное выступление некоего, не знаю, известный такой человек в Украине, полковник Богдасаров. Это он всегда на телевизионных шоу озвучивает точку зрения Генштаба, такой говорящий род Генштаба. Так он говорил удивительные вещи, что армия выполнила свою задачу, ее надо выводить, денацификация – это не задача армии, это задача политиков, это задача самого украинского народа и так далее. Ну, это очень походило на ту риторику немецких генералов уже в конце войны, когда
никогда не говорили, что, в общем, армия вермахт не будет выполнять задачи, которые ставят перед гестапо. Вот там денацифицировать, репрессии и так далее. То есть этот конфликт обостряется. И, конечно, результат этой битвы... Теперь ясно, что Вот когда планировалась эта битва, разговоры были в Москве о взятии Харькова. Никто об этом не говорит. Вот, сколько я понял из той беседы, которая до нашего включения была... Ну, разворачиваются какие-то столкновения вокруг Славянска, Краматорска и Изюма. Но, видимо, скорее всего, это закончится... ну, каким-то небольшим позиционным изменением в ту или другую пользу. Вот если бы то оружие, которое американцы наконец решили поставлять наступательное, оно было бы уже предоставлено украинской армии, то исход был бы совсем другой. Она могла бы и вытеснить российскую армию из Донбасса. Но американцы все делают правильно, но с большим запозданием. Поэтому, мне кажется, эта битва... она судьбу войны в Украине не решит, ее решит последствия этой, когда эта судьба будет решена, когда в полной мере поступит современное вооружение украинской армии. Но судьбу Путина и вот этого конфликта между Путиным и Генштабом она решит. Этот конфликт обострится как раз в преддверии сакральной даты, которая должен был по парад в Киеве. И предвижу, что мы увидим по результатам очень интересные события в Москве. Пане Андрію, я б хотів би поточнити такий момент. Ви кажете, що в Російській Федерації є абсолютно автономний, ну не абсолютно, в більшості випадків автономний від президента Генштаб? Ви знаєте, я би давайте розберемося в цих людях. Надо четко понимать, это не демократы, не друзья Украины, это такие же себе русские империалисты, но просто они отличаются от Путина и бешеных вокруг него тем, что они военные профессионалы. Давайте вспомним, что еще до начала войны были неожиданные совершенно заявления крупных военных в отставке. Того же генерал-полковника Ивашова, полковника Ходоренко, которые очень аргументированно с точки зрения военной экспертизы показывали авантюристичность и безумность в этой цели оккупации и покорения украинского государства. И ясно, что эти отставники, они же вчера же сидели с теми же людьми в тех же кабинетах с этими генералами, они просто высказывали их точку зрения. То есть такая эта оппозиция не идеологическая, а оппозиция чисто военных профессионалов. Она совершенно четко определилась. И Путин уже принимает меры. Ну, например, то, что он назначил им всем нового начальника, этого генерала Дворникова. Это он известен в мире как палач Сирии, мясник Алеппо. Все военное искусство этого человека заключается в том, что он несколько лет бомбил с воздуха суннитские города и поселения, когда там не было ни авиации, ни противовоздушной обороны, ни даже ракет, стингеров, просто расстреливал безоружное население. Вот с таким военным багажом он его направил сюда. И, кстати, вот с его назначением усилились и стали регулярными дистанционные обстрелы всех украинских городов вплоть до Львова. Это показывает, вот, какими методами собирается воевать Путин. Ну, аресты, которые идут и в армии, и в ФСБ. Ну, в Лефортово брошен генерал-полковник Беседа, который планировал все это военное. Тобто це не чутки, це правда? Нет, а Суркові спорят. Знаете, или он на домашнем аресте, а Беседа в Лефортове, и не только Беседа, арестован весь его пятый отдел, около 50 человек. Там идут очень серьезные процессы. Так что вот этот разлад в верхушке, в бункере по поводу целей войны, он очевиден, он объективен, и по результатам вот этой так называемой битвы на Донбасс он только обострится и будет решаться радикально где-то уже в первой половине мая. Тобто ми розуміємо, що ця так звана битва за Донбас, вона дуже потрібна, перемога в ній потрібна дуже Путіну, безпосередньо Путіну. І він може застосувати будь-які засоби, наприклад, ядерну зброю тактичну, так?
Вы знаете, это часть шантажа. Ну, потому что я в этом сомневаюсь. Потому что, а что, понимаете, Путин давно планировал, нужно разделять две вещи. Путин давно планировал использование ядерного оружия в войне с НАТО. Ну вот его стандартный план был таков. Он понимал, что НАТО сильнее на конвенциональном уровне. Его план такой: ну вот мы, покорив Украину, там вторгаемся в Прибалтику, на нас выступает НАТО, они сильнее нас, они нас как бы жмут. И тут я, Путин, произносит ультиматум: или вы отступаете, капитулируете, или я применяю тактическое оружие, уничтожаю там европейское. И он был абсолютно уверен, что Запад дрогнет и отступит. И для этого у него были некие основания. Вот вся такая слишком осторожная политика Запада, попустительство, она его укрепляла в этой точке зрения. Что касается ядерной войны в Украине, до этого мысли в голову ему не приходило и русским генералам до последнего времени. Ну, какая ядерная война в Украине, когда мы за три дня возьмем Киев и вообще там правой рукой? А вот сейчас мы видим сигналы, шантаж такой начинается. Вот, не знаю, прошло ли заметно в Украине обращение такого агента КГБ, телевизионного журналиста Караулова, к украинскому народу и украинскому президенту. Ну, типа, сдавайтесь, капитулируйте, иначе Путин бросит на вас ядерную бомбу. Вот как мудро поступил японский император Хирохита. Он капитулировал и спас Японию. Вот и у вас, господин Зеленский, есть... Это шантаж, ну, потому что если вот тот план о применении ядерного оружия в войне в Европе, который я вам процитировал, он имел какой-то рациональный смысл запугать европейцев, чтобы они... А какой смысл имеет здесь? Чтобы вас, украинцев, пугать уже нечего. Они уже все видели. Ядерный удар тактически, ну, Украина не капитулирует. Это, во-первых, это будет катастрофа, ну, во всем мире, и, я думаю, даже в России это произведет страшное впечатление. Во-вторых, это ничего не даст, только больше ненависти будет со стороны украинского народа. Мне кажется, даже такой безумец, как Путин, на это не решится, ну, не потому, что у него какие-то моральные ограничения, а потому что я не вижу, какую военную выгоду. Ну, вот если завтра он, скажем, бросит ядерную бомбу на Львов, в чем это... Какой воєнний виграш у нього буде? Так, але якщо він застосує її... Ми давно вже не чекаємо якихось логічних вчинків. Але ти не менш, якщо не на Львів, якщо він застосує на Донбасі, там, де зараз стоять українські війська, він може досягнути воєнної перемоги, тобто просто знищивши український спротив. І я тоді додам, чи все Путін поставив на карту в битві за Донбас? Так, от іменно. Ну, во-первых, бросить бомбу здесь, где-то в районе, я не знаю, Славянска, но она, радиация одинаковое количество и российских, и украинских солдат убьет. Ставка очень большая у Путина, еще раз повторяю, ставка у него большая, и он в тяжелом находится положении. Но ну, вы хотели мое личное мнение, что все эти разговоры сейчас о ядерной бомбе, ну, это попытка запугать Украину или вызвать капитуляцию, или согласиться на выгодные для Москвы параметры мирного соглашения.